Семья, дети, соседи, оркестр и даже цыгане. Собрались все, кто болел за Ивана Тихона и следил за его стартами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Поистине народный спортсмен. Так отзываются о гродненском метателе молота на родной улице. Приобщаться к его радости по-соседски всей душой здесь давно стало доброй традицией. Редко встретить человека, у которого такое огромное сердце. Вы когда будете подходить близко к Ивану, от него уже идет такой очаг энергии и тепла, чтобы когда-нибудь Ваню увидеть злым, уставшим, задумчивым, да. Но злости, настолько добрейший души человек вообще, а насколько отзывчивый. Все началось с первых побед. Сегодня обычаю встречать Ивана Тихона уже более 10 лет. Но каждый год горожане придумывают нечто новое, чтобы удивить спортсмена. Ночью завел будильник, в 3 часа ночи встал. Сначала сидел, потом встал, ходил по комнате. Если кто знает, золото было очень близко, вот. Шансы на золото были очень большие. И после всех его, так сказать, перипетий, очень хотелось хорошего выступления. Очень хотелось. Тем более были для этого все основания. Суета и нетерпение нарастают, заканчиваются последние приготовления. Все ожидают, когда покажется знакомая фигура и одарит толпу улыбкой победителя. И вот этот момент наступает. Соседи, я говорил, самые строгие болельщики. И каждый раз они придумывают все новые встречи. Поэтому для меня сегодня было как будто бы впервые такие вещи. Очень приятно, удивили и, как всегда, порадовали. Я их, а они меня. Я уезжал с великолепным. И приезжаю тоже с хорошим настроением, потому что мне удалось порадовать всех и отстоять свои интересы. Однако больше всего за Ивана Тихона переживала его семья и верила, он обязательно вернется с победой. Характер и воля – главное, что помогло спортсмену завоевать медаль в Рио. К слову, семья спортсмена тоже была под впечатлением от встречи с соседями и болельщиками. Мне даже показалось в этот раз как-то больше всего, как-то глобально. Ну, очень приятно за Ивана. Вот цыгане раньше не было, сегодня так первый раз. И народу так много, искренне. Ближайшие планы спортсмена – разделить свою радость со всеми окружающими. А это, в первую очередь, близкие, родные и преданные болельщики. Вероника Трынкина, Дмитрий Пастернак. Новости. Гродно+.